Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечен в Дагестане. В минувшую пятницу число госпитализированных в медицинские учреждения республики с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19 превысило 100 человек. Цифры подобного уровня фиксировались в середине февраля прошлого года. По словам министра здравоохранения Татьяны Беляевой, уже сегодня количество госпитализируемых превышает количество выписываемых. И если ситуация не изменится, может потребоваться развертывание дополнительных коек. За 7 дней текущей недели мы госпитализировали 564 человека. При этом количество выписанных составило 411. Мы опять подошли к тому барьеру, когда количество госпитализированных у нас становится, как повторюсь, выше, чем количество выписанных. И среднесуточное количество госпитализированных составило 80 человек. Такие цифры мы не фиксировали последние 3 недели. На сегодня в стационарах республики находится 805 человек с лабораторно подтвержденным и подозрением на новую коронавирусную инфекцию внебольничными пневмониями. Амбулаторное лечение получают 408 человек. Среднесуточное количество амбулаторных пациентов, обратившихся за эту неделю, составило 26, и оно выше, чем предыдущая неделя, в которой мы регистрировали 15 человек. Надо сказать, что у нас возросло и по сравнению с двумя предыдущими неделями количество умерших. Количество умерших за неделю с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией составили 11 человек, хотя предыдущие две недели мы фиксировали количество умерших по 8 человек. Врачи рекомендуют жителям республики при первых признаках острого респираторного заболевания обращаться к врачу, а также соблюдать меры профилактики и социальную дистанцию в общественных местах. Как подчеркнула глава ведомства, единственным эффективным методом профилактики COVID является вакцинация.